Друзья, всем привет, с вами канал Биджик Лайф, наша жизнь на море. Нахожусь сейчас в однокомнатной квартире, общей площадью 50 метров квадратных, это новый ЖК и это эконом-ремонт. Объясню, почему эконом. Во-первых, здесь не будет проведена никак перепланировка, площадь достаточно большая, и здесь уже предусматриваются все нюансы. В плане вентиляции по всей площади данной квартиры уже имеются теплые полы. Все уже установлено, скоммутировано. В общем-то, вот такой вот замечательный коллектор мы видим. Интересное решение. Здесь отклеены обои, в том числе 3D обои ромбиками. Закладываются сейчас уже именно точки подключения для, собственно, телевизора. Здесь тоже будет у нас установлен и кондиционер, трассы, стоит-система уже тоже заложены. Стоимость данного ремонта без учета мебели и материалов в среднем обходится 8000 рублей за квадратный метр. Нормальная цена для Геленджика, есть и дороже ремонты, но, как я уже сказал, это примерно эконом-вариант. На кухне здесь установлены обои, кухонный гарнитур. В общем, позже мы видео еще раз снимем, вам покажем более подробно. Давайте кратко пробежимся по самой квартире. Установлен, смонтирован электрический щит. Также щит с лоботочки мы видим внизу. Это стандартно на входе всегда используется. Здесь также сейчас пока заходить нельзя, потому что уложена плитка на пол. Плитка керамическая. На стенах также имеется керамическая плитка. Будет здесь установлена инсталляция. С левой стороны вы видите душевой поддон, душевую кабину. Будут установлены стеклянные двери. Видите, используются также ниши. Ниша будет с подсветкой. Будет установлен гигиенический душ, раковина, в общем-то, стиральная машина, точки подключения для всей необходимой бытовой техники. Будет установлен полотенцесушитель. Потолки будут натяжные, такие же, как здесь. Здесь натянуты потолки сатин, они матовые, с точным освещением. Основное освещение – это люстра восьмирожковая и обычные светильнички. У нас оклеены уже обои. Обои для... Это у нас будет здесь гардеробная, двери закрывающиеся. Ремонт здесь длится уже второй месяц. Фактически уже движется к завершению. И в комнате отдыха оклеены обои 3D. Очень интересно смотрится. Так выглядит интересно. Заложен также трассы под сплит-систему. Остекление застройщика оставили, какое оно есть. Ничего не стали в этом менять. По всей площади квартиры, как я уже сказал, установлены теплые полы. Основным напольным покрытием является керамическая плитка, уложенная елочкой. Очень красивое, интересное решение. Квартира достаточно просторная. И как уже ремонт завершится, мы обязательно вам покажем, когда уже будет здесь стоять мебель. В зависимости от ваших предпочтений и желаний, можем сделать любой ремонт, от эконома до премиума. По ценникам все очень просто. В среднем эконом-варианты идут от 7500 за квадратный метр, дизайнерские ремонты от 10000 за квадратный метр. Ремонты все разные, мы можем приехать, составить для вас смету, обсчитать полностью ваше помещение и предоставить уже полностью смету со всеми ремонтными работами. Делается это в течение 2 дней. На нашем канале Геленджик Лайф, наша жизнь на море, вы можете увидеть в плейлисте «Ремонт квартир» разные предложения по ремонтам. По всем предложениям, если вас что-то интересует, вы можете звонить лично мне, отвечу на все ваши вопросы, доступны мы в WhatsApp, Viber, в всех соцсетях. Вот. Но также мой номер остается неизменным – 8-928-424-8724. Работаю с крупными организациями, которые делают хорошие, качественные ремонты, с которыми сотрудничаю достаточно длительное время и в
них полностью уверен. Посоветую вам классных мастеров, классных специалистов, которые сделают ваш дом особенным.